Всем привет, я иди искать грибы. Ты иди искать грибы? Угу. Ты пойдешь за грибами? Отлично, какая у тебя корзинка. Я буду срезать. Срезать будешь? Ну, пойдем искать. Ты нашел мухомор? Покажи. Вот, и вот, и вот. Вот такие мухоморы здесь в лесу. Идем дальше искать хорошие грибы. Да, мухоморов тут много. Найдем хороший гриб. Все может быть. А что мы сейчас нашли? Гриб. Радамир, ты нашел маслячок новенький срезать? Да. Ой, только его надо аккуратнее срезать. Вот так вот не надо. Ой, червяки там. Ладно, будем смотреть. Покажу вам мухомор. Где мухомор? Вот он мухомор, какой красивый. Это ты нашел мухомор, да? Да. Класс. Не надо его бить, пусть другие радуются. Рядом с ним какая-то поганочка еще. Красота. Как здесь красиво. А вот деревья поваленные такие. Большое, гляньте, какое большое дерево. А вот еще мухомор, какой красивый. Красота. Еще один. Да тут мухоморов можно набрать столько. Веселиться потом будем. Ну, веселиться это мы, конечно же, шутим, потому что на самом деле, если кушать мухоморы, то в лучшем случае попадешь в больницу. Вот что там, Радамир? Мухомор, да? Ой, и рядом с ним вот это вот что это? Поганка, не поганка, не знаю, что это. Это тоже такой мухомор. Да, какой-то другой вид мухоморов, да? Явно плохой. Давай искать хорошие грибы. Есть тут хорошие грибы или нету? Вот это что у нас? Это беленький какой-то. Нет, это похоже плохой, да? Это да, пластиночки там. Это плохой гриб. Радамирчик, не надо их ножиком ломать. Ой, это ветку сломала. Что такое, Радамир? Ты где? Ты где, Радамир? Ау! Что такое? Ты где плачешь, мальчик мой? Где ты плачешь? Туда пойти? Нет. Не туда? Сюда? Я иду к тебе. Ой! Это что за лесовичок тут сидит на пенечке? Бух! Бух? Ой, боюсь, какой гриб такой выскочил на меня. Это Радамир. Это Радамир гриб? Да. А что ты делаешь? С ветки прыгаешь? Да. Вылянка. Отлично. Как на лошадке скакать, да? Ника зовет меня. Тебя зовет? Ну побежали к ней. Она говорит, Радамир, ты тебя не слышишь. Она говорит. Понятно. Я, конечно, слышала, Серый, иди сюда. Но Радамир услышал, что Радамир тебя ждет сюрприз. Ой, какой здесь гриб растет из травы. Да, такой как маленький взрыв был. Ага, и ты рядом стоишь. Не надо ему дотрагиваться, он может отравиться потом. И будет плохо так. Это мы нашли. Я в ловушке, спаси меня, Радамир. Беги, спаси меня, пожалуйста. Глянь, меня не пускает, меня куст поймал. Глянь, как он закрутил меня на мой шнурок, и я не могу. Ты видишь, как у меня нога стоит? Я в ловушке, меня попал куст, поймал. Так попробуй... Я попала в его ловушку. Ну попробуй... Спаси меня. Ну попробуй пойти. Смотри, вот, я пытаюсь идти.
Ой, 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 бабух! Мама упала, вырвалась из ловушки и упала. Что случилось, Радомир? Приклеился. Ты приклеился? А попробуй прыгнуть ко мне. Давай на счет раз, два, три. Не прыгается? Да. Давай мне руку, будем тянуть. Давай. И руки прилипли. Давай, ой, тянем, 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 тянем. Упал, отклеили тебя. Вставай. Руки отклеились, все хорошо, покажи. Ура, все хорошо, пойдем дальше.